Одна копейка 1906 года. На реверсе в центре между двумя пятиконечными звездочками указан номинал, цифра 1. Под ней слово «копейки». Ниже под декоративным разделителем в виде разнонаправленных стилизованных линий с кружком посередине мелкие буквы S.P.B. Дословно «Санкт-Петербург». Знак монетного двора. В верхней части реверса полукругом углубленная надпись «Года чеканки» 1906 года. В нижней части вдоль канта полукругом венок из слева лавровый, справа дубовый ветвей, перевязанных внизу бантом. На аверсе в центре изображен малый государственный герб Российской империи образца 1856 года. На гербе под большой имперской короной двуглавый орел, коронованный двумя императорскими коронами. Все три короны соединены орденской лентой святого апостола Андрея Первозванного и символизируют три покоренных царства – Казанское, Астраханское и Сибирское. На груди орла московский герб, щит с изображением святого Георгия Победоносца, копьем поражающего змея. Вокруг щита цепь ордена святого апостола Андрея Первозванного. На поднятых и распущенных крыльях орла изображены гербы царств – Казанского, Польского, Херсонеса, Таврического, герб Соединенных Княжеств Киевского, Новгородского и Владимирского, царств Астраханского, Сибирского, Грузинского и Великого Княжества Финляндского, в правой лапе орла скипетр, в левой держава – символы государственной власти. Вокруг герба широкий обод, состоящий из двух частей, соединенных вместе ромбовидным узором. В верхней части выпуклая надпись – медная российская монета. В нижней вдавленная надпись «Одна копейка». Гурт рубчатый. Монета образца 1867 года отчеканена из меди на Санкт-Петербургском монетном дворе тиражом 20 миллионов 10 штук. Вес монеты 3,28 грамма. Диаметр 21,7 миллиметра. Толщина 1,2 миллиметра. Цена зависит от сохранности монеты. Средняя цена 1000 рублей.